прямо в край щита. Вот эту белую. Видишь? Раз. Меч сбивается. Понял? То есть всем ясно. Целитесь вон в тот край щита. Маленький, беленький. Ясно? Давай, пробуем. Точный бросок, и мяч летит прямо в корзину. Стартовал новый сезон благотворительного проекта «One Team» в Химках. Команды Евролиги помогают ребятам в социальной адаптации. Баскетбольный клуб «Химки» уже не первый год тренирует малышей. Мы уже на протяжении 5 лет этим занимаемся. Пытаемся найти новые школы. То есть начинали со школ, потом работали с детским домом. Мы сейчас вот нашли новых ребят, наших химкинских. То есть наша как бы задача не научить детей играть в баскетбол, а привлечь их к здоровому образу жизни через игру в баскетбол. Сегодня на паркете воспитанники Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мальчишкам не больше 12 лет. Для многих эта тренировка стала первой в жизни. Спортивный азарт, дух соревнований и яркие эмоции захлестнули мальчишек. Вам нравится? Да! Да. А вы когда-нибудь играли в баскетбол? Нет! Не надо! Ты играл? Да. А сколько вы забили мячей уже? Я 4. 4. А я 5. Впереди у ребят много занятий. Каждую неделю они будут приходить на паркет в баскетбольный центр «Химки». Заниматься с детьми будут тренер юношеской команды БК «Химки» Мирон Лебедев и Алексей Елевич вместе с игроками первой команды и молодежной сборной. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.